Добрый день, зрители нашего канала. Один из самых простых и наиболее эффективных способов оживить атмосферу помещения, сделать ее более уютной и комфортной для жизни или работы, это использовать в интерьере живые растения. Независимо от количества домашних растений, не обойтись без специальных приспособлений для их размещения. Подставки для цветов помогут не только облегчить уход, но и позволят правильно подобрать цветочную композицию, которая станет прекрасным дополнением к интерьеру. При выборе подставок, кроме внешней привлекательности, особое внимание стоит обратить на материал изготовления, поскольку от него зависит прочность изделия и его эксплуатационные качества. Интернет-магазин HitSad предлагает купить кованые подставки для цветов любого размера и формы для одного растения и для целой клумбы. В нашем ассортименте представлены интересные модели в виде высоких стоек, ажурных лесенок, оригинальных предметов, таких как тележка, детские салазки или старинный велосипед. Чтобы легче ориентироваться в обширном каталоге разнообразных изделий, мы постоянно проводим анализ покупательского спроса и предлагаем ознакомиться с наиболее интересными моделями. Подставки для цветов напольные. Несмотря на внушительный объем, смотрятся легко и воздушно, благодаря изящным линиям ажурных узоров. В некоторых моделях устойчивые ножки заменяют роликовые колесики, что делает конструкцию мобильной. Подставки на подоконник. Их основная особенность – компактность, поскольку размеры самой цветочницы ограничены габаритами окна. Тем не менее, эти изящные предметы декора могут вмещать до 5 и более цветочных горшков и при этом не выглядеть громоздко. Подставки настенные. Конструкции, которые крепятся на стену, чаще всего используют для вьющихся растений. Их удобно повесить в небольшом помещении, коридоре, прихожей, где площадь не позволяет разместить габаритные предметы интерьера. Подставки для балконных ящиков – незаменимый предмет для украшения балкона или фасада своего дома. Крепкая кованая конструкция крепится с внешней стороны окна или балконных перил. Если разместить несколько таких подставок, можно создать красивую цветущую клумбу. Все цветочницы, представленные в нашем каталоге, выполнены как в традиционном черном, так и в белом цвете. Украшенные замысловатыми коваными элементами и патиной, создающей эффект старины, такие изделия выглядят очень изысканно и неповторимо.